приветствую вас, мои дорогие подписчики и те, кто случайно нашел мое видео в YouTube. В этом видео я продолжаю разбирать для вас мелодию, которая называется «Песенка крокодила Гены». Ну, ее еще иногда называют «С днем рождения», вот, ну и так далее. Я разобрал самое начало. Ну, эта мелодия исполняется на гитаре, как инструментальная такая композиция. Вот. Ну, хотя, естественно, ее можно спеть, я потом покажу, как ее можно спеть еще под аккорды. Вот. Значит, это, сама вот эта композиция, это просто мелодия, которая играется, можно сказать, даже в стиле фингерстайл. То есть здесь присутствует и бас, и ритмическая партия, и мелодия. Вот. В прошлом видео я дошел вот до этого места. Еще разок сейчас повторю. С самого начала я вам показывал, как играется эта мелодия. Вот именно от этого места. Значит... струне. Теперь мы идем дальше. Получается, что это вторая половина куплета. Нам нужно зажать будет первую струну на пятом ладу, потом первая струна на шестом ладу, и опять первая струна на пятом ладу, но уже с пятой открытой струной одновременно мы ее сыграем. Далее первая открытая, первая на первом, и после этого нам нужно будет сыграть две струны. Это четвертая на втором и первая на третьем. Одновременно играем две эти струны, потом первая открытая. Потом опять мы возвращаемся на пятый лад, играем первую на пятом, первую на шестом опять, и потом первую на пятом вместе с четвертой открытой. Одновременно мы играем. И после этого мы зажимаем третью струну на седьмом ладу, вторую на пятом, вторую на шестом, первую на пятом, вторую на восьмом, вторую на шестом. Вот какой у нас получается пассаж. Играется он вот здесь, в пятой позиции. Потом мы опять зажимаем первую струну на пятом ладу и играем ее вместе с пятой открытой. После этого у нас идет первая открытая, вторая на первом, далее шестая со второй одновременно, обе открытые, потом вторая на третьем, вторая на первом, и третья на втором мы ее сыграем вместе с пятой открытой, потом пятая на втором и пятая на третьем.